На конкурс дети читают стихи. Максим Бирюков. Стихотворение «Детский ботинок». Сергей Михалков. Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена, правый ботинок с заплатой. Кто чинил его где? В Мелитополе, в Кракове, в Вене? Кто носил его? Владик или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый? Под порядковый номер 3209. Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? В это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитой считали. Здесь на всех языках о спасении пытались молиться. Чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Земля, запах тлена, пролитой крови. Сотен тысяч людей, разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик это детский ботинок с заплатой, снятый Гитлером жертвы 3200.